стоит. Это море. Не у вас. Более грязно. Что, они туда поехали или что? Да не, нормально, тут на дорогу. Пацаны кальян заправляют. Ну, народ на речке весь висит. Пятница. Аутентичный поселок. Ну, не аутентичный, но в традиционном этом исполнении. Смертные ребята ходят. Единицы самосохранения отсутствуют. Через 300 метров поверните налево. Как скажешь, дорогая. Вот там, где машины станешь. Через 400 метров поверните налево. Вот сейчас справа очень красивый каньон, но в дымке он не то. Классно мне. Такое необычно. Если бы без дымки, конечно, можно было пруд открыть. Да? Сейчас. Поверните налево. Затем поверните налево. Гранд каньон остановка у нас. Да, хорошая место. Чайк нормальный, с чайничком хороший. О, дамба, мы вот туда едем, и на этой дамбе каньон открывается большой. Клёвенько. Королевская дорога, как-то она называется. Какая связь слона с этим? Ого. Ого. Вид с другой стороны. سلام Нормально вайбер тянет? Да, вот разговаривал. Сказали мне мрачно на фотку. Думаю, ну блять, маем это что маем. Если бы солнце пылило, то с тобой там бы минуты 5 не выстояли. Нет, выбежали, пофоткались. Выбежали.
покупали воду промышленными масштабами. Колоритная, это пипец. Ну, далеко очень. Камни такие большие. А потом за дамбой там вход где-то должен быть в каньон. Надо посмотреть, что это. Остановка может быть разрешена. Вот рассмотреть. Это стратегический объект. Где каньон этот? Каньон, люди лазят. Смотрят. Стоят на каньон. Ну, перед знаком стоят. Блин, а где каньон? Так, надо посмотреть сейчас по карте. Алло. Выбил. Далеко зашел. От роутера. Сейчас я посмотрю, тут где-то смотровая на долину. Беляж бежит. Пробуем осмотреться в Green Guest House. Ну, хороший тут видочек. С этой стороны. Смотрим наш отель второго дня. Осматриваемся. Тут такой мега вид на каньон. Скоро тут будем кушать. Все как всегда традиционно в пыли и грязно. Салам. Hello, sir. Hello. Are you have a reservation? You have a reservation by yes. The name of whom? Huh? By the name of whom? Name? Uh-huh. Volodymyr, Kyiv, Ukraine. You're two people. Two people. Yes. Yeah, I'll show you a room. Can you just have a seat for 10 minutes? Yes, yes, no problem. Sure. Have a seat. Okay. Вот такому стиле иорданский кабачок, запах мяса повсюду, стены каменные, красиво, в общем, дикое уединенное место, необычное. Сейчас Сашу позовем. Посмотри, вообще за 20 баксов, сейчас чувак там разруливает, мясо, еды там вообще сразу на входе пахнет.
Картопелька. Пахлавый поднос. Смотрите какой. Еще никто даже не ковырялся. А, can we something eat now? Sure. Yes? We have a, is this ready? Yes? It's ready, yes. We have a group that will be, they will be here like in 10 minutes. We have something very special for them. It's a maglouba. I'll flip it in front of them and make a, like a small show. And otherwise we have chicken. This is soup maybe, no? What is this? This is, hello sir, how are you? It's okay, fine, please, thank you. It's not a soup, it's leaves, like the Spanish. It's a nice combination with this type of rice. And this is lamb cooked with onions, tomatoes and sweet pepper. This is chicken, yes? Это суп? Нет, это бульон. Ну типа полить. Ага. And this is meatballs. Ага. Пахлава там не начат. Фасоль. Фасоль. Бобы. And this is lentil soup. И райс. And rice, yes? Ага. And пахлава, yes? Do you have Jordan wine? We have Jordan wine, but, yes? But we don't sell here alcohol. Ah, no beer? Sell? No, I'm sorry. We have something... Something good? It's non-alcoholic beer. It tastes like beer, but... Ah, in city, in village. Can we buy wine? No, the nearest place to buy wine is really far away. Maybe in Aqaba or Amman, yes? Yeah, maybe Aqaba, Amman, maybe Petra. Yeah. Okay. We want test only. This is salad, yes? This are the salads. Так тут еды капец. Ну, шведский стол, типа. Ну, как бы да. Пиво? Да оно безалкогольное вообще. Давай спирта тебе туда дали. Я лучше Red Apple Fanta выпью. Okay. Она... я думаю, там может на этом. Посмотрим, да, сначала. And how much, which price? It's 10 dinars per person. 10 dinars all included, yes? Not including the drinks, but all include. You can eat as much as you need. This is the dinner, yes? The main course, the appetizers, everything you can eat as much as you can with the dessert, but the drinks are extra. This drink extra? Yeah. Ага. 10 динаров человек, кроме... Сколько хочешь, живи. Живи сколько хочешь. Да. За 10 динаров. Плюс напитки. А в два захода можно жрать. Не, ну нормально. Мы можем разорить. Слышь, он на тебя позвал 11 тогда динаров. О, кстати, хорошие цены, посмотрите. Для тех, кто в теме. Thank you. Стали в шикарном заведении, пятизвездочном. Поставили... А, сняли весь ресторан. Говорю, сняли весь ресторан. Единственные клиенты, самый богатый ресторан. Да, города. Даже мегаполиса. Прогулка наша. Кстати, тут видочек хороший, подходи. Все, у меня телефон перешел в этот, в эконом режим.